В саммите принимает участие британский премьер Тереза Мэй. Она намерена заверить лидеров ЕС, что Брекзит никак не повлияет на приверженность Соединенного Королевства интересам евробезопасности. Мэй также опровергла информацию СМИ о том, что Великобритания может остаться членом таможенного союза ЕС после завершения процедуры выхода. Премьер подчеркнула, что Британии теперь необходимо выстраивать собственные торговые взаимоотношения с другими странами, равно как и взаимовыгодные связи с ЕС.